За первое полугодие 2014 года в Чебоксарах создали 1403 семьи. По сравнению с показателями прошлого года, марш Мендельсона прозвучал больше почти на 100 раз. С чем связан такой рост? Подробности в следующем сюжете. Сейчас в моду все больше входит так называемый в народе гражданский брак – совместное проживание без штампа в паспорте. Мы решили пройтись по улицам города и узнать, что думают по этому поводу горожане. Лучше, конечно, зарегистрировать отношения. Мы сами жили так больше года, наверное, в гражданском браке. Вот недавно, тоже 2 недели назад, поженились. Ну, как-то больше стабильности получается, уверенность в будущем. Тем более и для детей тоже важно, чтобы родились в полноценной семье. Ну, я думаю, наверное, за регистрацию. Ну, потому что, как бы, ну, не знаю, проще всего, когда все законно. Можно с гордостью и достоинством носить обручальное кольцо. То, что у тебя есть спутник жизни. Есть человек, за которого можно умереть. Каждый родитель, я думаю, что только за, чтобы у них дети были зарегистрированы. А что это за гражданский брак еще? В ходе опроса стало ясно, что большая часть города выступает за узаконенные отношения. Каждую пятницу и субботу ЗАГС в Чебоксарах регистрирует от 40 до 50 пар. С введением электронной подачи заявления все стало гораздо проще. Молодые не приходят к нам подавать заявление, не стоят в очереди. За электронную заявку можно подать через портал государственных услуг Российской Федерации. Выбрать регион Чувашская Республика, выбрать Министерство юстиции Чувашской Республики, выбрать государственную услугу регистрация брака и подать заявку. Выбрав дату и время регистрации, нужно будет лишь подойти в определенный день в ЗАГС для подтверждения заявки. Причем вас пропустят вне очереди. А дальше уже в ход идет фантазия жениха и невесты. Как сделать этот праздник самым романтичным и запоминающимся? Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика. Стало больше и новорожденных в столице Чувашии. С начала года на свет появились почти 5000 малышей. В июле же в Чебоксарах родились 436 мальчиков и 368 девочек. В 14 семьях города родились двойни.